Полицейские ищут очевидцев аварии на пешеходном переходе, где сотрудница ФСБ сбила медика. Как сообщают в ГИБДД города, помощь свидетелей нужна для полного и всестороннего выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Все произошло на улице профессора Благих 22 мая. Эти фото агентству чрезвычайных новостей прислали очевидцы. 33-летний врач шел на работу, переходил дорогу к остановке. Внезапно попал под колеса Subaru Forester. Медик получил открытую черепно-мозговую травму, перелом свода основания черепа, а также перелом тазобедренного сустава. Он до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии, в коме. Иномаркой управляла 41-летняя женщина. Как сообщает издание «Русская пресса», за рулем была сотрудница ФСБ. Управляла автомобилем сотрудница отдела спецсвязи УФСБ по Челябинской области. Проще говоря, телефонистка, обеспечивающая спецсвязь между конторой и администрацией президента, а также другими серьезными учреждениями. Звание «прапорщик». Как сообщил заместитель прокурора Челябинска, весь материал по факту аварии сотрудниками полиции был собран и принято решение о передаче материала из полиции в 308-й военный следственный отдел, поскольку они занимаются расследованием происшествий с участием военнослужащих.